Сегодня мы вспомним легенду, вспомним человека, который принес наш замечательный русский рок, неподдельный романтизм, искренний протест. Наша встреча посвящена творчеству Виктора Цоя и группе «Кино». Знаете, о Цое тебе не говорить и писать торжественные миноры. Группа «Кино» явилась одним из крупнейших художественных феноменов, рожденных отечественной рок-культуры. А ее харизматический лидер Виктор Цой стал, говоря словами одной из песен, последним героем золотой эпохи русского рока. В этот вечер мы пройдемся по его творчеству от ранних песен до последних. И даже захватим стихи, которые так и не были положены на музыку. История группы «Кино» должна была как-то начаться, и началась она с возникновения другой группы. Осенью 81 года возникает группа «Гарин и Гиперплоиды», в состав которой входили 19-летний Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валенский. Пару месяцев спустя состав его сократился до дуэта, а название обратилось в «Кино». В ту пору за ним скрывались Виктор Цой и Алексей Рыбин. Они вступили в Ленинградский рок-клуб и дальше принимали участие в рок-музыке. В то же время группа записывает альбом по суммарному времени звучания, получивший название 45. Точнее, было бы назвать 42, как пошутили потом сами киношники, потому что в последний момент одна трехминутная песня была удалена. Но для прикола и загадочности оставили 45. А сейчас хочу предоставить слово Кириллу Одинцову, чтобы представить пару песен из первого альбома группы «Кино». Аплодисменты. Конечно, о, проснекайся,
рецепта свечей. Может быть, завтра с утра будет солнце и тот ключ связки ключей. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше. Начались проблемы, группе приходилось записывать урывками. И Цой, сочинивший много песен про любовь, решил записать их в отдельный альбом. Весь альбом был записан быстро, буквально за пару недель. После разошелся по всей стране в виде магнит-альбома. Кирилл, твой выход. Ты ведешь не спеша, не спеша.
обожаю его романтику. Вообще обожаю его. Всю жизнь люблю. Еще один так сможешь? Помнишь, как раньше? Надо водички попить. Надо попить водички. Ну ладно. В ноябре 85 года в группу пришел бас-гитарист Игорь Тихомиров. С этого момента и до самого конца состав группы оставался неизменным. Ну давай, рубанешь одну? Ну ладно, не надо, спасибо. Давай эту, безъядерная зона. Сейчас. Подпевайте, подпевайте. Вы же знаете текст. Музыканты внимательно наблюдали за эволюцией музыкального процесса на Западе и пытались найти применение в своей музыке наиболее интересному и услышанному. В январе 86 года группа Кино дописали альбом «Ночь», который позже вышел пластинкой фирмы «Мелодия». А сейчас я хочу пригласить сюда Артема, чтобы он исполнил одну из песен этого альбома. Аплодисменты! Артём! Давай! Закрой за Никит. Не, Никит, на
знаешь как, извини, я от сценария отойду. Расскажи как-то что-нибудь про Цоя, а я пока раз гитару настрою и, ну, давай, и давай, давай, давай. Ты пока расскажешь что-нибудь, свою историю. Популярность группы стала расти как на дрожжах. Чем же еще можно объяснить? Во-первых, обилием свежих мелодических решений, а отличная ансамблевая игра позволяет говорить о ней как о настоящем образце рок-группы. Во-вторых, тексты Цоя были не похожи на другие стихи. В них были и романтика, и героика, и подчас единая ирония и добрый юмор. В более поздних работа группы заметна по взрослении ее лирического героя. Все, готов? Да, давай побыстрее петь. Закрой со мной дверь. Знакомая песня? Будем петь. Вспоминайте текст пока что. Здесь будут звучать не только его песни, но и стихи, которые не смогли, ну, по каким-то причинам не смог Виктор Цой положить на музыку. И сейчас Ольга прочитает нам пару таких стихов. В общем, на самом деле, когда готовились к этому вечеру, выбрала два стихотворения. Одно было положено на музыку, и оно пелось, это легенда, все его прекрасно знают. Сегодня решили все-таки его и легенду не спеть, а прочитать. Среди связок в горле комом теснится крик. Но настала пора, и тут уж кричи, не кричи. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как, шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи. И как хлопало крыльями черное племя ворон. Как смеялось небо, а потом прикусило язык. И дрожала рука у того, кто остался жив. И внезапно в вечность вдруг превратился миг, и горел погребальным костром закат, и волками смотрели звезды из облаков, как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь, и как спали в повалку живые, не видя снов, а жизнь только слово. Есть лишь любовь и есть смерть,
Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Немножко волнуюсь, очень интересно, на самом деле, такие вещи. Все фигуры на твоей доске выбиты, как зубы. И так страшно и странно сознание, что ты проиграл. После душной квартиры вечер бьет тебе в грудь. В распахнутом настежь пальто ты бежишь, ты устал. Руки в перчатках прощально машут в окно. И бесшумно, как тигр, за тобой по пятам твоя тень. Коробки домов стоят по бокам, как конвой. Ты так мало успел, но больше всегда было лень. Так хочется, чтобы сразу кончилось все. Где-то вдали еле мерцает заря. Руки жадно хватают гибкую сталь. И последние несколько слов. Все было зря. Так ничего не нарушит порядок игры. Уйти, скрывая под гримом бледность лица. Помни, что этот ход не возьмешь назад. И надо, надо терпеть и играть до конца. Виктор Цой удивительный, разносторонний и талантливый человек. Его приглашают сниматься в кино. Романтический герой Цоя в фильме «Оса» оказался необычно созвучен с настроением молодежи. Поколение перемен. Страну охватила настоящая киномания. Весной 87 года последнее выступление на фестивале рок-клуба, где группа получает приз за творческое совершеннолетие. Музыканты записывают альбом «Группа Крови», который выходит в 88 году. А я вновь предоставляю слово Кириллу Одинцову, чтобы представить пару песен из этого альбома. Но здесь уже вы должны подпевать. Ё-моё, ну что такое? Как-то тихо. Уже все заканчивается почти. Альбом уже идут последний. Все, Кирилл, готов? Давай, поздравим. Пожелай мне удачи.
удачи, пожелай мне удачи. Ну, нам всем удачи желаю. Здорово, здорово, молодцы. Ну, Кирилл, отдыхай. Романтический герой Цоя оказался необычно созвучен настроением молодых слушателей «Поколение перемен». После завершения съемок в картине Нугманова «Игла» 89 года группа вернулась к активной гастрольной жизни. У нее появились тысячи юных поклонников. По всей стране были даны десятки концертов. В рамках благотворительных акций движения «Next Stop»… Да, правильно? Я просто немецко учу, да? Да, они гастролировали в Дании, выступили на крупнейшем во Франции рок-фестивале в Бурже, приняли участие в советско-итальянском рок-фестивале Мельпиньяно. Конечно. Погнали. Мы же пришли тут песню петь, конечно. Зачем тебе быть? Он съездил в США в гости к Джоанне Стингрей, побывал в Японии. В 89 году выходит альбом «Последний герой», который первым и последним в истории группы был записан в профессиональной студии, да еще и во Франции. Нужно сказать, что получился самый настоящий сборник хитов. А сейчас я приглашаю Артема, чтобы он исполнил одну из песен этого альбома. Thank you.
а над городом дождь, а над ночью луна, и сегодня луна, капли крови красна, дом стоит, свет горит, и за горы на дали, так откуда взялась. Короче, перемена. Ну вот и надо было сосуществовать. Да? Сказал, Кирилл, поем перемена. Кирилл поет. Все, давай, Кирилл. Поем перемена. Сигареты в руках, чай на столе.
Да, круто. Всю жизнь бы пел. Всю жизнь бы пел, молодец. Сел бы пел. «Звезда по имени Солнце» — 8-й студийный альбом советской рок-группы «Кино», вышедший в конце лета 89-го года. Последний прижизненный альбом Виктора Цоя. Много говорить не буду, за меня скажет песня. Давай.
если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что святая оставляет тебе лишь день. Не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать, а без музыки я беру свет не крас, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть кармане пачка сегодняшний день, и билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет тебе лишь тень. Крути, крути, здорово, молодцы. В июне 90-го года группа дала последний концерт в Москве в Лужниках. Казалось, кино обречено на дальнейший оглушительный успех, но 15 августа 1990 года Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе. Той же осенью трое оставшихся участников кино сумели доработать чудом уцелевшую в аварии пленку с демозаписью новых песен Цоя, известную сегодня как «Черный альбом». Сейчас поедем? Да, поехали. Отдувайся. День как день, только ты почему-то грустишь, и вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Светит солнце и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Опять пьешь? Понятно. Устал разговаривать. Устал, устал. Все, Никита. Все, давай, давай, давай. Все, Никита, разговаривай. Все, отдыхай. Начинается новый день, и машина туда-сюда.
для нас, значит, ерунда. Муравей не живет, кто-то лапу сломал пищат. А до свадьбы доживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти. Пути бывших участников кино разошлись. Легендарная группа распалась. Мы никогда не узнаем, что было суждено Цою, не прервись его жизнь. Пожалуй, он вышел бы на мировой уровень. Может быть, со временем переквалифицировался в поэта или стал художником. Кто знает. Но то, что с Цоем ушел образ притягательной силы, бесспорно. Цой создал совершенно неповторимый сценический имидж. Не свойственный русской сцене, вообще и эстрады в частности. Строгий, сумрачный, ночной восточный человек Виктор Цой не был похож ни на западных рокеров, ни на сородичей по русскому року. Его неулыбчивый стиль пришелся по душе поколению 90-х. Поколению надеявшемуся, поколению воевавшему, поколению разочарованному. Окончательно запутавшиеся, потерявшие всякий ориентир, люди мрачнели и замыкались в себе в своих мирах. У каждого есть такой мир. Такой мир создал и Цой. Пустив в него тех, кто действительно поверил, что можно быть таким сдержанным, мужественным, немногословным, но любящим и любимым. Его песни и сейчас актуальны и востребованы. Его песни звучат в новых аранжировках, из уст талантливых исполнителей, у которых получается передать все то, что было вложено в эти композиции. И сейчас так хочется произнести фразу, которую каждый произнес хотя бы пару раз за свою жизнь. Цой жив. Он в наших сердцах. Он в каждом сердце, в нашей душе и в нашей жизни. Всем большое спасибо за внимание. Если кому-то есть что-то сказать, спеть, то микрофон... Последняя душа, я вам спою, и дальше, правда, будет микрофон живой. То, что умеет, то, что хочет, садитесь, играйте. Без проблем. Этого не было в сценарии. Простите меня, это не было в сценарии. Я сейчас вот только что решил ляпнуть, Он говорит правду. Тем, кто ложится спать спокойного сна.
молчать, перестали молчать те, кому нечего ждать, садятся в седло. Thank you.
Спасибо большое. Мы обожали. Давай еще раз. Ну, кто из зала хочет? Вообще, он засел. Приятно видеть такое большое количество молодежи здесь, да? Вот, и в последнем черном альбоме было много сказано очень интересных слов. Допустим, хочется пожелать для всех, чтобы все жили, и чтобы в домах для вас не шел снег, да? И выбрать цель жизни. Цой поставил очень интересные принципы, да, и сформировал для себя интересные цели. Вот есть такая песня, как «Нам с тобой», в которой были поставлены моральные принципы, как цель жизни. «Нам с тобой из заплеванных колодцев не пить. Нам с тобой». И хочется всем пожелать, чтобы все так жили. Большое спасибо. Потому что я на этой музыке вырос, в наши года вся молодежь, ну я 73-го года, поэтому все альбомы эти знал, и у нас был девиз «Мама анархия, папа стакан портвейна», в принципе. Потому что смотрю, даже здесь очень много молодежи, а моих ровесников очень мало. Ну, как говорится, лучше молодежь пускай подрастает на том же, с чем я вырос. И я думаю, такие же хорошие люди будут, как и я. Да, понравилось. Единственное, что сам бы спел «Маму анархию». Я родился в 86-м году, и песни Цоя стали для меня, наверное, дорожкой в музыкальную сферу, так сказать, в музыку. Я считаю, что очень приятно видеть, что молодежь заинтересована классикой отечественной музыки, на которой мы выросли. И очень приятно это видеть, что они
все-таки ценят то, что было сделано такими людьми, как Виктор Цой. Атмосфера приятная, атмосфера такая дружественная. Люди поют и слышат с детства любимые звуки музыки. Идея этого вечера еще давно родилась в голове. Я ее вынашивал, планировал. Вот. И она вот получилась. Ну, благодаря помощи получилась. Это молодых атомщиков, администрации, профсоюза. И получилось то, что, ну, то, что получилось. Это было решение не сыграть на его популярности. Это было решение взято из, ну, из того, что нравится. Лично мне, людям. То есть... Просто для отдыха. В программе у нас были 18 песен, сыгранных вживую. Также рассказ про альбомы и стихи, которые Цой не успел сделать музыку к ним. Вот. То есть все имело развлекательно-отдыхательный характер. Но для школьников это открытие, для старого поколения, ну, это любовь, для моего поколения это интерес и тоже любовь. Да, мероприятие состоялось, немного в первый раз нервишки пошалили, чуть-чуть, так вот, ну, первый раз. Да, дальше будет план. Следующее, что мы планируем, это вечер встречи, творческий вечер Есенина сделать. Это у нас в планах. Да, вот мы всех приглашаем десногорцев. Примерно через месяца два, но пока не точно, будет организован вечер Есенина. Там будут стихи, песни. То есть в том же контексте также отдохнуть, прийти только Есенин. А дальше еще будем в дальнейшем думать.